Маркус, наше поздравление. Российские лыжники завоевали на играх 5 медалей, то есть почти половину от общего количества наград. Вы могли ожидать такого результата? После отстранения и недопуска лучших спортсменов мы выступаем здесь очень молодой командой. Когда мы летели в Пхёнчхан, я думал в лучшем случае об одной медали. А сегодня у нас уже 5 и впереди еще гонки. Это потрясающе. Я считаю, это отличный знак для всей нашей команды. Медали на Олимпийских играх можно выигрывать, даже если мы приехали так называемым вторым составом. Вы видели видео с переживаниями президента Федерации Елены Вяльбе на трибунах? Да-да, я это видел в записи и вживую. Она действительно делает все возможное для команды. И для нее это как вторая семья. Очень приятно видеть такие эмоции. Юлия Белорукова рассказала, что вы тоже заплакали, когда она выиграла бронзу в спринте. Да, это правда. Выиграть олимпийскую медаль – это всегда нечто особенное. Мне приходилось добиваться этой цели с разными спортсменами, но с вашими девочками было особенно приятно. 2 года назад никто и подумать не мог, что это реально. Но в прошлом году мы взяли медаль на чемпионате мира, и теперь и на Олимпиаде. Особенно я был рад за Юлю. У нее очень тяжело складывался сезон, были травмы. Мы вообще были не уверены, что у нее получится здесь выступать. Главная реакция российской общественности на происходящее в Пхёнчхане. Вау, лыжи оказываются настолько интересны. Вы чувствуете, что у болельщиков словно открылись глаза на ваш вид спорта? Да, я очень надеюсь, что лыжные гонки будут становиться все популярнее в России. Этому радуются даже те ребята из нашей команды, которые не смогли сюда приехать. Которые каждый день они пишут, звонят и поддерживают нас.